Организаторам сочинского этапа и всем, кто участвовал в его проведении, глава региона сегодня вручил почетные награды. Вениамин Кондратьев поблагодарил всю команду за создание спортивного праздника мирового уровня. То, что Гран-при России в очередной раз прошел на таком высоком организационном уровне, по словам губернатора, большая победа. Это победа, безусловно, не только края, это победа страны. Это даже не российская событие, это мировое событие, Гран-при Формулы-1. И вы провели его на очень достойном уровне. Это отметил и президент России Владимир Владимирович Путин. Вы, на самом деле, те, кто сегодня сделали еще раз Кубань признанными в проведении вот таких мероприятий на всю страну, а на весь мир подтвердили, что Россия может проводить мероприятия любого уровня. Формула-1 в России сегодня есть и однозначно будет. Первый год, очевидно, что это там строительство системы с нуля, что многое делалось непосредственно на месте. Второй год был сложнее, чем в первый, по ряду причин. А сейчас в нашей команде получилось сделать то, что позволило всем участникам, международным гостям, гостям мероприятия увидеть, что все наконец-то проходит, как будто Формула-1 здесь уже десятки лет. Добавлю также, что в день главного заезда в Сочи приехало более 60 тысяч туристов из разных стран. Всего же за время королевских гонок Олимпийский город посетило около 150 тысяч человек.